Привет, с вами Олег Гончаренко, руководитель Центра здоровья. И в этом ролике я расскажу о полезных мазях, которые можно купить в Таиланде. Также я люблю привозить их в качестве подарка своим родным и близким. Ну, прежде всего, это легендарный Tiger Balm, тигровый бальзам. Вот. Этот бальзам содержит в себе масла, камфора, ментол, гвоздичное масло. Он бывает нескольких видов, бывает красный, белый. Вот красный, вот, он считается самым сильным. А как его можно использовать? И на что это похоже? Ну, похоже это на всем известную со времен Советского Союза мазь звездочка. Вот. Вообще в Азии очень любят разные бальзамы, мази, эфирные масла. Вот, у них много произрастает здесь. И камфоры, и мяты. Вот. Вот, кстати, я упоминал такие вот ингаляторы носовые. Вот тайцы очень любят нюхать. То есть освежает дыхание. Тоже на основе эфирных масел, мяты, камфора в основном. Очень вставляется в нос, делается пару дыхательных движений и расширяются дыхательные проходы. Можно использовать как просто освежитель, да, чтобы взбодриться, и либо если у кого-то есть заложенность носа. Вот. По Tiger Balm, как его можно использовать? Это и противомоскитное средство, то есть москиты не любят этот запах, можно нанести себе за мочкой ушей на открытые участки кожи. Затем хорошо прогревает, вот действительно. Если у вас где-то растянулась мышца, либо ее перезагрузили, сильно нагрузили, стоит смазать болезненный участок. Через полчаса у вас будет даже такое чувство тепла в этом месте. И очень хорошо отпускает. На следующее утро, значит, проходят все вот эти проблемы с мышцами. Вот. Можно делать им также ингаляции. Вот. И тоже для поднятия настроения можно смазывать себе возле носа, очень приятный запах такой трав, эфирных масел. Вот, так что займите себе в своей аптечке вот что-то похожее из бальзамов. Я знаю, что в Украине и в России продается до сих пор звездочка и вьетнамские средства, то есть это хорошая альтернатива разным фармакопрепаратам и спреям. Будьте здоровы каждый день, улучшайте свое здоровье и любовь к себе. До новых встреч!